Всем привет, с вами Бивер, настольные игры. Ну что ж, настало время подвести итоги нашего конкурса совместно канала Бивер Геймс и магазина настольных игр Geekat Shop, в котором мы разыгрывали вот эту вот интересную игрушку под названием «Предельное погружение». Как вы помните, в условиях конкурса было обязательно быть подписан на канал Beaver Games. Также нужно было зайти на страничку магазина Geekat Shop в одну из игр и оставить там комментарий в одной из игр, которую вы играли. В общем-то, за время, отведенное для конкурса, это 2 недели, появилось 36 участников. Как вы помните, мы также говорили о том, что если участников будет больше 20 человек, то кроме вот этой вот маленькой коробочки под названием «Предельное погружение» появится еще одна. И мы не соврали, это будет игра «Будиночек на дереве», то есть «Домик на дереве», издательство iGames. Вот, так что второй подарок — это именно вот эта вот металлическая коробочка, очень классная игрушка. Обзор, кстати, можно будет посмотреть на моем канале, если вдруг какие-то будут проблемы с пониманием правил. Ну, это я так, на всякий случай. В общем-то, 36 человек успели выполнить все условия, и сейчас мы произведем розыгрыш этих двух призов. Вот, у нас есть табличка в Excel, вот здесь у нас получается 36 человек, у каждого есть свой номер, соответственно, от единицы и так далее. И сейчас мы зайдем просто на сайт, чтобы сгенерировать число и, соответственно, понять, кто же у нас будет победитель. Так, у нас диапазон от 1 до 36. И, ну что ж, ребята, поехали. Первый наш победитель — это номер 15. Номер 15 – это наш первый победитель. И кто же это? Это у нас Евгений Хивренко. Да, это у меня ссылки с самого YouTube. Ребят, я сразу попрошу вас об одном. Не факт, что все вы, когда оставляли комментарии на сайте Geekat Shop, писывали туда свой email. Если вы этого не делали, нам будет очень сложно связаться вместе с вами. По одной простой причине, мы не знаем, куда писать. Поэтому, если вы смотрите это видео, а я надеюсь, вы смотрите это видео, напишите в комментариях, что я вот этот вот парень, я хочу бы получить свой приз, который я выиграл. В общем-то, первая коробочка, которая была разыграна, это «Предельное погружение», ребята. И его выиграл, еще раз напоминаю, Евгений Хивренко. Если слышишь, напиши в комментариях, что я здесь. Ну, а мы постараемся, в свою очередь, найти тебя по имейлу и отправить тебе, конечно же, оповещение о том, что ты выиграл эту игру. Ну что ж, первая игра разыграна. Теперь у нас «Домик на дереве». И эта игрушка у нас будет уходить следующему нашему участнику. Так, ну что ж, ребята, барабанная дробь, да, раз, два, три, и генерируем еще раз. Номер 17 рядышком упала, ну, на то он и рандомизатор, чтобы выбирать самостоятельно. 17 номер, и это у нас Андрей. Давайте перейдем на, кстати, по ссылочке. Вот как бы мы перешли, здесь пока ничего нет, то есть, видимо, как-то зарегистрировался человек и все, да? Так, ну давайте проверим, подписан ли он на канал, потому что я, если честно, не могу понять. Здесь абсолютно ничего нет. Почему-то. И это как-то печалит меня, если честно. А ну давайте перейдем по предыдущей ссылочке. Здесь все отлично. Канал у нас действующий. Проверяем подписки, есть ли здесь Beaver Games. Beaver Games есть, отлично. А вот Андрей, пожалуй, не попадает к нам в
выигрыш, поэтому мы сыграем еще раз и выберем другого человека, потому что у него, видимо, вообще ничего нет на канале. Извините за небольшие неудобства, которые причинены моей неподготовленности, видимо. Поэтому мы заходим снова в наш рандомизатор и еще раз генерируем число, потому что Андрей, ну, не выполнил все условия, потому что в условиях было сказано, что нужно на момент розыгрыша иметь открытым подписки, чтобы можно было проверить, соответственно, подписан ли человек на канал или нет. Итак, генерируем новое число. Номер 13. Теперь у нас 13 номер выигрывает, и это... Кто у нас 13 номер? Это Андрей Мокхов. Открываем его. Два подписчика. Отлично, и... О-оу. Да что ж такое? Что ж так не везет? Канал. Ну нет у человека открытых подписок снова. И мы, видимо, переходим на следующего человека. И снова разыгрываем нашу игру. Снова генерируем. 34. Отлично. 34. И это у нас кто? Александра Сейтлина. Ну что ж, поздравляем, надеюсь, Александру с победой и выигрышем этой игры. Давайте посмотрим на ее страничку. Так, ну как бы есть Магроу, есть Ома Геймс, и почему-то у меня очень большие, думаю, надежды. Да, а Биверу она подписана, и я думаю, с этим можно заканчивать. Итак, у нас номер 34. Выигрывает вот эту вот игрушку, это Александра Цейтлина, и соответственно Евгений Хевренко, да, по-моему, у нас выиграл первую игру. Так точно. Ну, отлично. В общем, поздравляем наших победителей. Ребятки, напишите в комментариях, если вы есть. Как бы, если вы видите то, что мы провели розыгрыш, чтобы вы откликнулись, чтобы мы могли с вами связаться и отправить эти игры. На этом все. Надеемся, что в ближайшее время мы проведем еще один интересный конкурс с магазином Geekite Shop. Может быть, даже он будет приурочен ближе к Новому году. В общем, следите за новостями на канале. Я думаю, вы не останетесь равнодушны к тому, что будет происходить на канале. На этом все, пожалуй. Любите настолки, играйте в них. А с вами был Бивер и, конечно же, магазин настольных игр Geekite Shop. Еще увидимся.